Здравствуйте! Европейские акции достигнут исторических максимумов в 2024 году, показал опрос Рейтер. Перспективы снижения процентных ставок, надежды на мягкую посадку экономики и высокие показатели прибыли подпитывают оптимизм. Стратегии и управляющие фондами ожидают, что паневропейский индекс STOXX 600 до конца года достигнет отметки 510, впервые превысив ключевой уровень 500. Индекс подскочил на прошлой неделе до исторического максимума, чему поспособствовал подъем технологического сектора после неожиданно высокого прогноза выручки от американского производителя полупроводников NVIDIA. В то же время ожидается, что индекс Евростокс 50, включающий 50 крупнейших и наиболее ликвидных акций еврозоны, также вырастет к концу года. Денежные рынки ожидают, что Европейский центральный банк снизит процентную ставку более чем на 100 базисных пунктов к концу года. Однако в последние недели такие ожидания ослабли на фоне менее голубиных комментариев чиновников Центробанка и сильных данных из Европы и США.